Дорогу посмотрите, они обещают сделать и кидают нас. Жители улицы Абая в поселке Жамбыл возмущены до глубины души. Сельчане отмечают наплевательское отношение со стороны чиновников. Обычную дорогу на своей улице жители поселка ждут уже несколько лет. Акимат, по словам жителей, разбрасывается пустыми обещаниями. Первое время чиновникам верили. Мы сколько обращались, нас обманывают и дорогу нам не делают. Я живу за речкой, там вообще дороги нет. Зимой не проехать, и когда паводки, пройти невозможно. Ни пешком, ни на машине не проехать. Главная дорога в поселке полностью заасфальтирована, но с нее лучше не съезжать. На улице Абая живет несколько десятков семей. До главной дороги путь не маленький. Неоднократные обращения к исполнительной власти результата не дали. У нас в Жамбуле проблема одна – это улица Абая. Стучаться в акимат нет смысла. Им все равно. В акимате журналистов попытались заставить не верить своим глазам. Нет таких проблем, все улицы благоустроены. Сотрудники ЖКХ и вовсе потребовали предоставить доказательства съемки и фамилии жалобщиков. По мнению чиновников, жителям поселка грех жаловаться. А когда мы приехали, мы поговорили с агентом, с ним поговорили, он нам дал вот представителя. Мы выходим, он нам говорит, вы докажите, что вы там, что это эти семьи. Я ему говорю, что мы с камерой не можем это показать. Но я ему показал фотографии, они здесь есть. Он мне говорит, нет, вы говорите, ордабас аудан рабарап, созав на аудан рабарап, созав цирк, озяха кирдинс, без гимн, это же обвинение в нашу сторону. Я его не одно. Я не говорю, тут как мы делаем все. А со мне не надо, с какого переполоха вы говорите? Я не могу, а что вы делаем все, да? После нескольких часов ожидания, видя, что журналисты отступать не собираются, в акимате все же дали ответ. Нашлась и причина. Прокладка газопровода. Газифицировать поселок закончат только в 2018 году. Вот тогда и подумают о ремонте дорог. Там все нормально с дорогами. Мы планируем провести газ и только потом ремонт. Сроки до конца 2018 года. Как решится ситуация, пока неизвестно, но, по крайней мере, сельчане услышали более-менее внятный ответ на свой вопрос. И очень надеются, что на проблемы родного края обратит внимание глава области Жансиит Тюймибаев, он же уроженец Байдибекского района. Шудин Заидов, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».